Kings, Blade, классический Бэтмен, обдохновленный вселенной Конана Варвара и такими играми, как Golden Axe и Street of Rage. Кстати, надо посмотреть, что это за игра. Да, вот эта игра меня порадовала. Правда, в принципе, как она связана вообще с описанием, блин, я так и не понял. Поиграть за существо, похожее на Зерга. Блин, да это моя прям мечта. Игра выполнена, в принципе, в гибридном 2D-3D стиле. Как он правильно называется, я не помню. Но сами можете посмотреть. Мы можем передвигаться не только влево-вправо, как в остальных, по идее, 2D играх, но и вверх, и вниз. Ну да, вот по дороге, в принципе, она почти небольшая, но все равно. Сражаемся с врагами мы, в принципе, на некие виды локаций, объединенных в одну. Есть несколько видов персонажей, у каждого свои способности. Но сразу признаюсь, и многие из вас, кто будет эту игру устанавливать, вы тоже можете, будете устанавливать только одного зерга. Ну, он называется, в принципе, не так, но, честно говоря, плевать. Для меня это зерг. И кататься может, и хватать врагов. В игре довольно красивая, насколько я понял, рисованная графика. Такие, ну, нормальные, хорошие даже, могу сказать, спецэффекты. Вот единственное, что меня огорчило, вот единственное. А что тут нельзя отрывать руки, ноги, голову очередному NPC кинуть и в другого NPC? Мы же до зерга играем, дайте силу этому монстру. Мы можем только поднимать, в принципе, ящики, швырять их. Но это как-то, честно говоря, скудно. Я не знаю, разработчик поправит это, но... Игре реально не хватает кровавости, особенно игре за зерга. Красиво, конечно, прикольно сделано, но разрывать бы противников на части этим монстриком, о, кайф бы был. Ну ладно, что-то у меня кровожадность. Хотя, зерком таким и должен быть. Знаете, были бы вообще настройки, где можно было бы включить вот расчлененку, вот было бы классно. И одновременно для младшего поколения можно было нормально поиграть, и старшему, говорится, понаслаждаться. Эх, в общем, короче, народ, и в целом советую эту игру не только любителям зергов, а любителям нормальных, рисованных, ну, 2D гибридных RPG. Попробуйте, мне очень понравилось.